Итак, какие выгоды вы получаете, если у вас есть доверие к нашей бизнес-школе? То есть доверие квалификации со стороны мировых компаний, востребованность на рынке труда выпускников. Понятно, да? 43 года, 218 тысяч ежегодно. Итак, рейтинг, о котором вы говорили, да, бизнес-школы. Среди 40 бизнес-школ с этой формой обучения, повторяю, не очная, а именно такая смешанная форма обучения, очная, электронная, соответственно, занимает почетное 3-е место, открытый университет Великобритании с этой формой обучения. В рейтинге Forbes с 2010 года. А Международный институт менеджмента Ring занимает почетное 1-е место по критерию практиконаправленности среди 100 бизнес-школ стран СНГ. Около 100 бизнес-школ в России, да, и, соответственно, именно России даже, потому что Украина здесь не участвовала. Первое место как польза по критерию пользы от обучения по рейтингу проведенных известий и первое место по приобретенным практическим навыкам этой фирмы. Известна такая журнал, да, белого журнала. Итак, какие выгоды вы получаете здесь по этому критерию? То есть вы получаете образование, качество которого оценят высоко в мире и странах СНГ. Получаете набор знаний, соответствующих требованиям по подбору управленческого персонала международных и ведущих украинских компаний и конкурентное преимущество на рынке труда. Получаете вы в пользование набор инструментов управления, позволяющих принимать правильные, обоснованные управленческие решения и обеспечивать успех вашей компании. Вы не только освоите теоретические модели, но разовьете навыки их практического применения для совершенствования своей собственной деятельности, да? Что создает вам конкурентное преимущество, опять же, на рынке труда. Получаете возможность получения качественного бизнес-образования в удобном месте, в удобное время, без потерь рабочего времени и денег на оплату лекций, семинаров, проезд, проживание, питание и так далее. Получаете квалификацию менеджера, подтвержденную документами, признаваемую во всем мире или странах СНГ, что позволит вам, менеджерам, занимать ведущие позиции на рынке труда, собственников, привлекать инвесторов и акционеров. Итак, в целом, что на выходе вы получаете? Вот эта система предтренинга, между тренингом, посттренинга и так далее, англичане еще поняли давно. То есть сегодня как тренинг, как таковой, он даже не имеет ничего, как говорится, ну, ценного, один тренинг, потому что за это время не отрабатываются навыки, они не превращаются в умения, не отрабатываются, они превращаются в навыки. То есть вот эта система, так называемая взаимодополняющая технология, которая пробована 43 года назад и, соответственно, показала эффективность на сегодняшний день, то есть вы читаете, потом общаетесь, потом приходите для очных встреч, потом, соответственно, решаете свои собственные задачи, вот это вот в целом дает знания, навыки, умения на учебной ситуации, применение знаний, решение бизнес-задач, навыки, умения на собственной деятельности, применение знаний, решение бизнес-задач, что приводит к улучшению ваших результатов уже через 1,5 месяца с начала обучения. Через 1,5 месяца с начала вы пишете первый доклад или первую письменную работу, результатом которой является план действий по решению определенных ваших проблем. Что в результате? То есть в результате таких технологий вы получаете 90% усвоения материала. Вы получаете способности анализировать, разрабатывать, создавать, оценивать, потому что вы выполняете именно реальные действия с применением этих вот инструментов, которые вы изучаете. И ваши выгоды. Вы получаете набор навыков, умений, соответствующих опять требованиям по подбору на сегодняшний день и дающих вам конкурентное преимущество. Документы образования, я говорила, английский документ, первый, второй уровень, программа на русском языке. Программа на русском языке 3-й уровень, вот документ, диплом о дополнительном профессиональном образовании, квалификация магистр бизнес-администрирования. То есть бизнес-школа РВК является представителем Открытого института Великобритании и Международного института менеджмента Ring России. Мы уже более 10 лет, отметили в этом году десятилетие, представляем услуги бизнес-образованию на территории Донецкой и Днепропетровской области. Вот сейчас Открытый университет Великобритании, год создания 1969, то есть, соответственно, опыт, да, понимаете, 43 года существует в мире Открытый университет Великобритании с его программами и один из факультетов бизнес-школа Открытого университета Великобритании. 44 страны, в которых представлены программы Открытого университета Великобритании, 450 учебных центров, 218 тысяч студентов в год. Цифры неплохие, да? 1992 год, 20 лет, как существует Международный институт менеджмента Ring, он является эксклюзивным партнером в странах СНГ, представляет программы Открытого университета Великобритании на русском языке в странах СНГ. 11 стран, 89 учебных центров, мы являемся одним из 89.
4500 студентов в год, больше половины. Мыски здесь почти 90 центров, занимая почетное с 2008 года, почетное второе место. Понимаете, после Москвы у нас самое большое количество студентов. Получаете квалификацию, которая востребована мировыми компаниями и востребована на рынке труда. Еще раз рейтинг, то есть третье место среди 40 бизнес-школ с так называемой смешанной формой обучения, да, открытой университет Великобритании. Международный институт менеджмента Линк, первое место по практико-направленности по рейтингам секрета фирмы «Известия». То есть какие выгоды? Вы получаете образование, качество которого оценит высоко в мире и в странах СНГ. Итак, содержание программы, как я уже говорила, на чем оно построено? На стандартах, в которые заложены требования к знаниям и навыкам к менеджерам ведущих мировых компаний. Международная аккредитация, о чем она говорит? О том, что актуальные знания, то есть именно современные инструменты управления за 10 лет, которые мы работаем на этом рынке, соответственно, уже четвертый раз англичане пересматривают программу. Последняя вот программа первого уровня, она пересмотрена буквально полтора года назад. Соответственно, вот этот акцент проблемно-ориентированного подхода, он пронизывает все технологии обучения. Мы являемся одной из бизнес-школ в Украине, которая присутствует учебный материал. Преподаватели или тьюторы они у нас называются, от английской аббревиатуры. То есть это консультанты и менеджеры России и Украины, как я уже говорила, с управленческим стажем и опытом работы, с успешными решениями, да, которыми они смогут поделиться с вами, с управленческой квалификацией, то есть бизнес-образованием на уровне диплома MBA и квалификация тьютора по требованиям открытого университета Великобритании. Учебные материалы, как я уже говорила, опять же разработаны, инструменты туда управления заложены ведущих мировых компаний. Соответственно, те, которые по требованиям и знаниям, которые нужны к менеджерам, согласно стандартам. Да? Так вот, какой плюс? Плюс этот учебного материала позволяет вам, не тратя время, не посещая очные встречи в виде семинаров, лекций и так далее, пассивно воспринимая информацию от преподавателя, да, вы в удобное для вас время изучаете этот учебный материал. Соответственно, параллельно у вас работает интернет-площадка, которая позволяет вам обсуждать все вопросы, которые по ходу у вас возникают. Кроме этого, вы здесь же на площадке выставляете выполненные по ходу практические задания еженедельно. То есть вы получили в удобное для вас время, знания, да, как говорится, в отпуске и так далее. Вы получили, не потратив деньги на это, потому что вы не тратили ни деньги, ни время, да, соответственно, вы имеете возможность обсуждать и выяснять вопросы, обогащаясь опытом ваших коллег. На этом мы используем интернет-площадку. Там есть профайлы всех студентов. Соответственно, это площадка группы и площадка всех студентов на русском языке 4500 студентов. Если вы владеете английским, я так понимаю, что из разговора я в совершенстве, да, то, соответственно, можете работать и общаться со всеми менеджерами 44 стран, 450 центров, которые учатся там. Соответственно, итак, в целом, что на выходе вы получаете? Вот эта система предтренинга, между тренингом, посттренинга и так далее, англичане еще поняли давно. То есть сегодня как тренинг, как таковой, он даже не имеет ничего, как говорится, ну, ценного, один тренинг, потому что за это время не отрабатываются навыки, они не превращаются в умения, не отрабатываются, они превращаются в навыки. То есть вот эта система, так называемая взаимодополняющая технология, которая пробована 43 года назад и, соответственно, показала эффективность на сегодняшний день, то есть вы читаете, потом общаетесь, потом приходите для очных встреч, потом, соответственно, решаете свои собственные задачи. Вот это вот в целом дает знания, навыки, умения на учебной ситуации, применение знаний, решение бизнес-задач, навыки, умения на собственной деятельности, применение знаний, решение бизнес-задач, что приводит к улучшению ваших результатов уже через полтора месяца с начала обучения. Через полтора месяца с начала вы пишете первый доклад или первую письменную работу, результатом которой является план действий по решению определенных ваших проблем. В чем еще наше преимущество? Можно заканчивать, изучать в удобное время определенные курсы, а потом, если эти, так называемые, кредиты объединяются, вы получаете на выходе уже выходной или выпускной документ, который подтверждает квалификацию линейного менеджера, менеджера среднего звена и менеджера высшего звена.